Здравствуйте, ребят. Как вы заметили, мы стараемся крепить наши конструкции на пластины, да? Но в последнее время, если вы следите за нами, вы заметили, что пластины у нас немножко по-другому. Мы их утепляем, вернее, скажу так. Как сделать вот такие теплые пластины, мы поговорим в этом видео. И поехали. Какие мы пластины используем? 2,5 ее толщина, 40 мм ее ширина и 120 мм ее длина. Можно использовать и 140, и 160, 180, без разницы, длиной они могут быть. Меньше я бы не посоветовал, потому что их очень трудно согнуть и сгибать. Так, как мы смотрим сразу, тут отверстия стоят на 4 мм, да? Но нам нужно отверстие на 8. Потому что крепление, которое мы крепим в паризованный кирпич, имеет 8 мм на 120. И оно должно проходить, вот как в данном случае, оно должно проходить, ну, немножко свободно, скажу так. Чтобы сделать это отверстие, что нам понадобится? Нам понадобится поддон, гайковерт, пару шурупов, шуруповерт, сверло, либо вот такую штуку. Но короче, сверло нам нужно наточить. Поехали. Дальше мы берем 4-5 пластин. Вставляем их таким образом, чтобы отверстия все совпадали. И вкручиваем в пару. Зачем мы это делаем? Когда мы будем просверливать, да, вот эти два отверстия, то пластины могут отлетать. И чтобы мы смогли просверлить по 4-5 пластин сразу. В данном случае, если бы мы использовали конус, да, то мы смогли бы максимум 2 пластины просверлить. А благодаря тому, что мы использовали сверло, то мы по 5 штук сразу и сверлим. Вытаскиваем. После чего мы продрявили, сделали отверстие для шурупов, чем вкрутить, нам нужно вот эту пластину утеплить. Да? Чем мы ее утепляем? Вот есть такой изофол, если не могу ошибаться по его названию. Но вот эта штука используется для вентилируемых фасадов. Вот ею мы и утеплим. Сейчас покажу, как это делается. Она очень хорошо клеится. И ставим вот так пластину. После чего установили, дырявим вот место, для, где у нас будут крепления. Где под пластину и под шурубы. Запускаем сразу второй слой. Переворачиваем, ставим еще один ряд. После этого берем, уже вырезаем ее. Что у нас остается? С этой части, с этой стороны у нас отверстие вроде бы есть, да? С другой стороны нет. Мы просто эти отверстия сделаем насквозь, чтобы было проще, чтобы не искать отверстия, несмотря с какой стороны. И выделаем отверстие. Прокалывать лучше всего шилом, а не отверткой. Таким хитрым способом вот наша пластина получилась теплой, и естественно мы исключаем мостик холода и можем использовать очень хорошие пластины. Вы можете использовать не обязательно там пластины на 2,5 мм, можете и 3, можете и 2, ну, как вам будет удобно. Так она выглядит. Если вы сторонник
монтажа на пластин, у вас уже есть секрет, как делать хорошие пластины. И если вам наш видос понравился, ставим палец вверх, подписываемся к нам на канал, ставим колокольчик, чтобы вы первыми узнали о наших дальнейших видео. И до скорой встречи. Пока-пока.